Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала. Меня зовут Ева, и на этом канале я рассказываю о своих путешествиях и новостях туризма. Сегодня у нас с вами новость про Кубу. Россия стала лидером туристических прибытий на Кубу по итогам прошлого 2021 года. В карибской стране надеются, что российский турпоток в 2022 году еще больше возрастет, в том числе благодаря полетным программам туроператоров. Прямая перевозка на Кубу есть в планах ведущих игроков и в летнем сезоне 2022 года. Вот сегодня мы хотим узнать про летний сезон, как планируется, что планируется. Давайте ознакомимся с этой информацией. Немножечко пробежимся по итогам прошлого года. Итак, в 2022 году Кубу посетило более 146 тысяч россиян. В сравнении с 2020 годом турпоток из России практически удвоился. Ну, 2020 год это был самый провальный, сравнивать с ним вообще, в принципе, не считаю нужным. По количеству туристических прибытий Россия уверенно обошла Канаду, из которой было 69 тысяч туристов, Испанию 12,5 тысяч, Германию 9 тысяч и США 7 тысяч. Хотя к США Куба гораздо ближе, и это огромная большая страна. Вот, видите, 146 тысяч наших россиян бывало. Чаще всего россияне в 2021 году посещали на Кубе курорты Варадеро и Кайококо. Практически все эти туристы прилетели по пакетным турам туроператоров. Также около 1500 россиян въехали на Кубу через аэропорты Гаваны. Сейчас правительство Российской Федерации сняли все ограничения на авиасообщение с Кубой. Это случилось с 1 декабря прошлого года, а в январе 2022 кубинские власти отменили для российских организованных туристов требования о предъявлении сертификатов о вакцинации ПЦР-тестов. И в этом 2022 году Куба рассчитывает принять 200 тысяч российских туристов. Далее немного описывается связь Кубы и России в связи с международной туристической выставкой FIT Куба 2022. Это я пропущу. Почитаем о рейсах на Кубу. Какие же туроператоры работают с Кубой? В принципе, самые крупные все работают. Вот Coral Travel, Annex Tour, Intourist. У них у всех есть прямые полеты на разных авиакомпаниях. Coral базируется вот на Боинге, два раза в неделю у них полеты. Annex Tour, один полет в 11 дней. Далее Intourist, Pegas Touristic, TUI России. Также Аэрофлот летает с Русским Экспрессом, ICS, PAX, Test Tour. И, наконец, про лето давайте почитаем, какие же планы на летний отдых на Кубе. Например, Annex Tour намерен выполнять туристическую перевозку из Москвы в Варадеро с конца мая до конца октября. Pegas Touristic планирует летом поставить на Кайококо чартерную цепочку раз в 10-11 ночей, а в Варадеро две цепочки на 10-11 ночей каждая. Итого получается 6 рейсов в месяц. Летние полетные программы на кубинские курорты могут быть скорректированы. Ситуация зависит как от спроса по направлению, так и от эпидемиологических факторов. У Coral Travel также есть заявки на март, у Pegas Touristic бронирование и на летний период. Общая нестабильная ситуация с пандемией заставляет многих людей отказываться от долгосрочных планов в отношении путешествий. Внизу под видео я оставлю ссылку на этот источник информации. В этой статье вы можете зайти к любому, здесь также размещаются ссылочки, к любому туроператору и ознакомиться, посмотреть цены на кубинский отдых на это лето. Итак, если вам это видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. И если хотите дальше со мной получать мои новости, подпишитесь на меня. Всем вам здоровья, счастья, хороших путешествий, хороших цен на путешествия. Всем вам до свидания.